श्रीरूपं शाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण श्रीललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनामिने गौरतिशे नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जयतां सुरतौर्पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोज श्रीराधामदनमोहनौ दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाधो श्रीमद्रत्नगारसिंहासनस्थौ श्री श्रीराधाश्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठादिधि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् राशरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षन्वेणुष्वनयैर्गोपी गोपीनाथ श्रियवस्तु न तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वां नमामि हरिप्रिये मूकां करति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्य नमो नमः जयरूपसनातन भट्टरघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ দুর্গমে পথিমেন্ধস্য স্খলৎপাদ গতির মোহ সকৃপা জ্যোষ্ঠিদানেন সন্ত সন্দেহ বলম্বনম শ্রী গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত চন্দ্র গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে হরের নাম হরের নাম হরের নামৈব কেবলম কলো নাস্তেব 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 গতিরন্যথা চেতো দর্পণমার্জনম
Bhava Mahadavagni Nirvavanam Shreya Kairava Chandrika Vitaranam Vidda Vadhu Jeevanam Anandam Budhivardhanam Pratipadam Purnam Mritasvadanam Sarvatmasnavanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam Jai Jai Shri Radhishyam Shri Radhishyam Shri Radhishyam Nitai Gaura Hari Go Gaura Hari Go Gaura Hari Go Sarvapratham Sriman Mahaprabhu Sharan Vandana Прежде всего, по почтению молитвы твоим лотосным стопам, что читание Махапрабху. Ивам Шиши Радха Мадхава. Также Шиши Радха Мадхава. Шамаста Сри Гуру Вайшнава. Бхакта Вринде Чаран Вандана. Всем Шри Гуру Вайшнавам, всем собравшимся бхактам почтение. Дикша Гуру, Шикша Гуру, Пад Падме Вандана. Дикша Гуру, Шикша Гуру, всем Гуру. Ивам Раши Анибаши. Также жители Москвы. Жители Москвы. Шамасто. Гуру Бхакта Иван Радхарани Бхакта Лани Чаран Вандана. Кришна Бхакта Чаран Вандана. Всем преданным Шимати Радхарани, Шри Кришна, читание Махапрабху, почтение, поклонение. Россия очень красивая страна. Россия очень красивая страна. Here weather, climate and season. And all devotees, mind, very nice, very wonderful. Климат, погода и умы преданных прекрасны. Шаполей жано. Дев-девир, демигод, дев-девир чая роется. Такое ощущение, что здесь присутствуют, часто приходят девы и деви. Как будто здесь их присутствие еще ощущается. Шаргет теге, шукритиман, джара, тадир, Дибба-дибба бхагбхумике жанма. Те, у кого много сукрити, когда они уходят со сварги и рождаются, то они рождаются в благоприятных местах, красивых. Бхагават крипай амаде живан шабдик теке пурна. По милости Бхагавана наша жизнь всесторонне благоприятна. Амра шоб диге теге шуки. Куда ни посмотри, все хорошо. Эй шукер витуре, амадигапе оннешан куттаве, ором шукке. И в этом благоприятствовании нам нужно искать высшее счастье. Паром анандаке. Высшую ананду. Самриддхи мадде паром самриддхике. Среди благоприятствования найти высшее благоприятствование. Амра экхане исе аттанто анандито. Когда я сюда приехал, и мы все, когда собрались здесь,
Это очень счастливое время. আমাদের কখনোই মনে হচ্ছে না যে আমরা ইন্ডিয়ার বাইরে আছি. У меня не создается впечатление, что я куда-то уехал из Индии. Протиподе мне হচ্ছে যেন হিমালয়ে ভ্রমণ করছি. Каждый раз, когда я гуляю здесь, мне кажется, что я в Гималаях нахожусь. Шанто дхайно гамбир паривеш. Умиротворение, спокойствие. Алло. Уединенность. Нирджон. Немного людей. Ниро. Нет беспокойства. Нитхор. Стир. Такое постоянство здесь, покой. Шанто паривеш. Спокойное состояние, окружение. Чаридиге гринес брикхабали. Столько зелени, деревьев вокруг. Фреш эйр. Воздух свеж. Блю скай. Небо голубое. Тудейс олсайд клаудс. Сегодня облака появились. Just rainy season. Это сезон дождей. Always and hill, small river, all side forest. Повсюду лес, холмы, речка. Flower. Цветов столько вокруг. Чарикханде Сриман Махапрабхур Лила Иван Бриндаван Дхамке Прати Паде Сморан Париядичче. Когда Махапрабху шел через Джариканду, явил эту лилу, то каждое мгновение ему казалось, что он Вриндаван, он повсюду ощущал Вриндаван. Амра рото ятрар шомай Нилачал дхаме чилам. Я недавно был в Нилачале, в Пуре, во время Радха-ятры. Си Вич. На побережье океана. Near sea. Кинту. Бат. Шехане. Big-big hotel, holiday home. Однако, что там сейчас guest house, одни гостиницы, market, дома отдыха, рынки, на побережье все застроено. Very popularity. Это очень известное курортное место сейчас стало. And hot. Еще и жара. Сабшамай, говорит, гемене и остыль. Поэтому беспокойства очень много. И вода течет. Always AC. Кондиционер нужен, как капли текут с тела от жары. And garlic, onion, fish, meat, smell, always coming. И там повсюду готовят мясное, рыбное и чеснок, лук. Это запах стоит там вокруг, на берегу. It is really baptizing. Это вот как вот сейчас было, я вам рассказываю, прям недавно. Иван Корми, young generation, always coming and going. И там множество молодежи, которые увлечены мирской деятельностью, приезжают, уезжают. Корми. Корми. All side is enjoy sea, enjoy view. И там все для того, чтобы привлечь их, наслаждаться. But many temples. Kintu target. Not good. Там столько храмов, но цель, с которой они там находятся, ничего хорошего. То есть эти люди, которые приезжают. But
here in Russia, one side I looking greenness, tree, hill, alone, fresh air, and your mind is still. Но здесь, в России, я смотрю по сторонам, повсюду зелень, лес, холмы, речка. И это все приносит покой, умиротворение, стабильность. Now, India's account, India, Bharati, আধ্যাত্মিকতা কৃষ্টি সংস্কৃতি রাশিয়ায় এসে গেছে আর রাশিয়ার আধুনিকতা ওয়েস্টার্ন কালচার নাও ইজ গোয়িং ইস্টার্ন সাইড ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইন্ডিয়ান কালচার নাও কামিং ইন রাশিয়া. А западная культура там все заполнила, в Индии. Now India and Indians target is for me target India. But now Russian target, Russian devotees target is Indian, West Indian, Eastern culture, Vaidic, Sanatan Dharma, even Bhagavata. И если Индия сейчас преследует мирские цели, особенно новое поколение, то здесь, в России, преданные, напротив, они стремятся к высшей цели, к Бхагавата-дхарме, Санатана-дхарме. It is Bhagavan, Supreme Lord, Sri Krishna's mercy, Shriman Mahaprabhu's mercy. Это милость Верховного Господа, Шри Кришна Читани, Шри Кришны. And our Acharya's mercy. И милость наших Ачарьи. Нирвишеша Шуннавада Пашчатта Дейшатари. Как говорится в пранам-мантре Прабхупады с вами, нирвишеша шуньявада пашчатта дейшатари. Астрай, эго, 50 years ago, or 40 years ago, нирвишеша шуньявада. Нирвишеша шуньявада means not deity, only sky. Nirvishesh means jekhane naam nei, roop nei, gun nei, lila nei, kichu nei. Kichu nei, only sky. Если взять 40-50 лет назад, only zero. Only light. Like only darkness. Kono vishesh nahi. Vishesh mane visheshan. До приезда Прабхупады чем увлекались? Now pranavan, bhar, vaibhar. Kichu nahi. Они увлекались безличной философией, то что... Only room. Only room. Kichu nahi. Not deity, not teacher. Кришна. Увлекались тем, что... Only meditation. Only prayer. Так называемой духовностью, в которой не было места личности Бога. Это называется шуньявада. Когда у тебя... Ты не воспринимаешь Бога как личность. У тебя только... Вот ты можешь считать его небом над головой. У тебя дома нету... Никаких тагуров, никаких изображений. Нирвишеша шуньявада означает, что
А абсолютная истина – это пустое место. Шунна – ничто. I am blind, darkness, only zero, only sky, only I. It is feeling. Нирвишешшуни вад – это такое чувство, когда просто осознает себя личность, уже отказывается от своей личности и просто ощущает свое «я» в бесконечном пространстве, в пустоте. Нирвишешшуни вад – it is. Да, это нирвишешшуни вад. যেখানে নাম নেই রূপ নেই গুণ নেই লীলা নেই ধাম নেই পরিকর নেই বিশেষ কোন এক্সপ্লেনেশন নেই প্রনাউন্সিয়েশন নেই কিছু নেই Это состояние пустоты, где нету... Настик, эластик, сэм. Это отвержение всего бытия и самого себя, отвержение даже своего существования. Там нет святого имени, там нет облика Бхагавана, нет его качеств, нет его лил, так они медитируют. Ничего нет. Полное отвержение. Нет дхаммы и спутников Бхагавана тоже. নাম সংকীর্তন কত মিষ্টি একটু আগে এখানে নাম সংকীর্তন হচ্ছে নাম সংকীর্তন আর так сладостно здесь вот только что пели нам সংকীর্তন হচ্ছে ведь здесь вот только что была нам сакир специалисти это она пела ин нам সংকীর্তন ин гоулила and all shastras and Radha Madhavira. В Нама Санкиртане присутствует сами Рада Кришна, все шастры и все лилы. Нам Санкиртане Бхитаре Гаура Лила Руэцэ. Гаура Лила там тоже. Ачарья Лила Руэцэ. И Ачарья Лила. গুরু লীলা রয়েছে গুরু লীলা এবং রাধা মাধবের লীলা রয়েছে লীলা রাধা মাধব হ্যাপিনেস রয়েছে শাস্তি সবকিছু রয়েছে все там есть শিক্ষাশ্রকে মহাপ্রভু তাই বলছে মহাপ্রভু потом говорит শিক্ষাশ্রকে ভাগবত তাই বলছে и в Шримад Бхагаватам также говорится নাম সংকীর্তনের ভিতরেই ডিভাইন রয়েছে в нама санкиртане абсолютная истина все божественное и шабд брахм это шабд брахма называется sound is god letter is god в этих слогах в этом звуке абсолютная истина Бхагаван book is god И в этих книгах тоже Бхагаван. Дитис. Хамура на алтаре тоже Бхагаван. Бог. Три тари. Шабда Брахма. Он проявляет. Картинки Мурти. И у него есть три проявления Бхагавана. Нам. Как Нама. Мантраха. Как мантра. And Грантра. И книги, грамм. Нам, мантра, and грамм. Нам, мантра и грамм. Книги. Нам Шанкиртан. Нам Сангиртана. And мантра за. Наша дикша мантра. And грамм. И грамм, священное писание. Шабда Брахме рейтинг делу. Шабда Брахман проявляет себя в таких трех формах. Актер Сри Викрама. Итак, как Тхакура на алтаре проявляется. Иван Шакхат Шаруп.
И также у него есть своя изначальная сварупа в духовном бите. Три аспекта, но они едины. Как one. На одной руке. One. But one, two, three, four, five. Как пальцы yeah. одной руки. Но это едино. И если мы обратим внимание на это, у нас получится садхана. Что помогает садхане? Нама, мантра, гранта, книги, свивиграха, иван шакатша. Тхакура и сам Бхагаван Шри Кришна. Святое имя Тхакура на алтаре Рупа. Рупа. Гуна. Качество. Яр гуна. Качество описывается в шастре. And лила. Его лила также описывается там. Его дхам. И также его дхама. Ина. Вальде витере дхама. Здесь ведь есть его дхама на земле. Питиви майер. Матери, да? Джуэлек мото. На груди матери земли. Это как драгоценное ожерелье дхама. Вальде мото килоэце. Джемон. Ошане витере. Вибхаре витере. Шип рэце. Борг рэце. Как в глубинах океана есть сокровища. Но дым витере, шагуре витере, наука ацы. Джахат ацы. А на океанах, на морях, на реках плавают лодки. Тени вальды витере, Бхагаване лила там ацы. Среди всего этого мира есть эти дхамы, это как драгоценные сокровища Матери Земли. Джоди Притиви Бауальд Амади Махой Авар Мандай. Если мы воспринимаем мир как Мать Землю, как Слово, женщина, Мать, Земля, то там есть неклес. То дхама это ожерелье на ее шее. Если представить, что все бытие это как океан, то Шигуру это как лодочник, который направляет нас, куда, как нам доплыть до берега. Синьяти. Наши наставники, старшие. Авар Гарсия. Авар Мастер. Оберегающие нас, наши учителя. Авар Бодигард. Наши телохранители. Гард. Эй, Бхави. Шарол коре, шахач коре, шапки чуке буче, шапки чуке деке, дире-дире, шадон поте чола. Если мы способны так все увидеть прямо и просто,
это рассмотреть, эти все обстоятельства, то мы сможем продвигаться по пути садхана. Есть Чайтанья Чаритамрита шлока. Есть шлока в Шри Чайтанья Чаритамрита. Автор Шрила Кришнадаса Раш Госвами. Банде Ахам Шри Гуру Шри Юта Пада Камана. First sentence. Первая строка этого стиха. Ахам Ай. Я. Шри Гуру. Шри Гуру. Пада Камана. Его волосы на стопам. Lotus feet. Ахам Банде. Я. Склоняюсь к его волосным стопам. Bharat. Ahm Bande. Is Bharat. Small sentence. One sentence. After. Это первая строка. Two. Вторая. Гурун. Гуру во множественном числе. Гурун. Бхувачан. Гурун means Guru Varga. Гуру означает Иван, вся линия гуру. Шикха гуру. Также Шикша гуру. Все. Баджан Шикша гуру. Которые дают наставление о бадже. Сраван гуру. Шастра гуру. Шравана гуру. Шастра гуру. Бадмантеш гуру. И гуру, который показывает путь вартма продаж. Джи амаге эй пате дхоре эмэче. Тот, кто поставил меня на этот путь, показал мне этот путь, называется Вартма Продакшн Гуру. А у меня есть ничего из Амтамна. Ведь когда-то я ничего не понимал. Ты не аман бонду хоте парен, френд хоте парен. Ты не амаке буджие, эй поке. Может быть, это был просто наш знакомый друг или друг, но он нам рассказал об этом. И таким образом мы соприкоснулись с этой дорогой, встали на путь. Ты не амар пита хоте парен, мата хоте парен, хазбенд хоте парен, вайп хоте парен, френд хоте парен. Может быть, это был кто-то из друзей. Может быть, муж, жена, может быть, родители, или, может быть, ребенок наш. Кто-то нас на этот путь. Джини амаке буджие буджие эй поте эмече. Кто-то, кто нас привлек на этот путь, показал нам его. Таке вартма деш гуру вала. Это называется вартма деш гуру. Тот, кто указал путь. Гуру means master. Гуру означает наставник. Spiritual teacher. Духовный учитель. Гурун бхувачан тадерке вандана. И здесь говорится гуру во множественном числе, всем гуру. After. Ахам банде. Барвис банде. Next sentence, small sentence. Вайшнаван банде. Вайшнаван шча. Следующее говорится Вайшнаван шча. Перед Вайшнавом. Вайшнав means Вайшнаван Бхувачан. Это тоже во множественном числе. Всем Вайшнавам означает. Шамаста Бхактагане. Всем Бхактам. Now present Бхактам. Сейчас преданные собрались здесь. Гон. Яра чоле гачен. А также тем бхактам, которые уже ушли. Past bhakta. Это преданные прошлых эпох. Evam jara future hoben. А также преданные, которые в будущем придут. Three times bhakta. Вот, здесь выражается почтение преданным прошлого, настоящего, будущего. Past and future. Хойяче нар хавен жато махапрабхур даш, савар чарана ванда,
дантегори гаш вашнабанди. Вашнава Вандане в этой молитве говорится бхактам Махапрабху прошлого, которые сейчас и которые появятся в будущем, им я предлагаю поклоны. Шакали кинту аче. Шакали ячен, always present. Вайшнава природа такова, что он всегда присутствует. Они вайшнава не исчезает. Вайшнавы, они рядом. Energy present, mercy present. Их энергия, их милость присутствует и сейчас. Minutely, mind is present. We always mind present, air present, knowledge present. But body is past. Их сознание. Now looking. Их сознание в какой-то степени сейчас присутствует здесь. Body not looking. Они наблюдают. But mind, air, тело они оставили, да, но knowledge always present. Их сознание присутствует всегда. Они вечные, они могут наблюдать за нами. Они присутствуют. Understand? Понимаете? But body, now young, after old, after death, after birth. Такова природа тела, что вначале ты юный, молод, затем взрослый, потом стареешь, жизнь заканчивается. Бхактадиркати, Махапурушкадиркати, Бхактадиркати, Норолина. Это называется, в случае вайшнава, это называется наралива. Они приходят сюда, выполняют свою задачу и уходят. В этом мире все изменяется, он непостоянный. Как если посмотреть на небо, может быть ясное небо, затем облака, потом дождь, а потом снова солнце, потом ночь наступит. Все меняется. Здесь ничто не остается постоянным. Сначала молод, ребенок, подросток, взрослый, потом уже стареет. Каруна Майя Матаджи. И другие мы. Мы все, возраст идет, таково, в таком принципе этого мира. Into mind, knowledge, energy, sense, soul, mito. Но ум, энергия, сознание, они вечные, они остаются и потом. То жото паст, презент, фьючере, жото гауру бхакто, кришна бхакто, радхарани бхакто, рам бхакто, нисинга бхакто, самасто бхагават шварупе жото бхакто. И далее, и таким образом, когда там говорится вайшнавам сча, всем вайшнавам, это имеется в виду то, что их сознание, их энергия, она присутствует, она остается здесь вечно. Professors, now professors, past masters, present all masters, futures all masters, give me knowledge,
give me happiness, give me energy. Vaishnavan, Shcha. И в этой молитве мы обращаемся к наставникам прошлого, настоящего и будущего, чтобы они помогли нам, проявили милость на нас. Я с пустыми руками, но не деньги имеются в виду, а према. Premi is here, rich man. Тот, кто премик, он богач. А если нет премы, если ты погружен в мирское, значит ты бедняк. Give me premi, divine. Према, вот настоящее сокровище. Она experience. Пожалуйста, Вайшнав, поделись своим опытом, своим знанием. Экаки, амар нахи пай бол. Если я буду один, Кришна нам шанкиртане. У меня не будет сил. Мне нужна помощь. Нам санкиртана. Туми крипатори. Будь милостив. Сродда виннудия. Дай мне капельку. Give me one drop. Веры, шрадхи. Сродда виннудия. Дево Кришна намодхане. Дай мне сокровище Кришна нама. Кришна ше томар йор. Кришна ведь твой. И Махапрабху твой. Радарани йор. Радарани твоя. Туми дите паро. И ты можешь поделиться этим. Томар шапати аче. У тебя есть такое могущество. Ами то. Канал. Айам вери порме. Я нищ. У меня пустые руки. Дай. Кришна, Кришна, боли. Я повторяю имя Кришны ночь в ночь. Дай. Тобо паче паче. Я бегу за тобой, надеюсь на твою помощь. Understand? Нунтани, our class. Канти, Патхакалатта, Вилатти, Манашунна. This poetry is a Падхир Гитари. Шакала шахани баладия каро нижа манес прихагина. Как мы уже перечисляли качества чистого преданного, кшанти, равьякта, калатва и так далее. И вот дальше Махарадж продолжает. Нижа манес прихагина. То, что нету тщеславия и гордыни. Мы говорили об этом. Амани намана дена, таро рива шахишнуна, пранадапи шуничена. Your translation? И Махапрабху об этом же говорит. Тринадапи шуничена. Крипа виндудия. Коро эй даше. Тринапекха коти ина. Пранадапи шуничена. Это строки молитвы соответствуют стихам Шикшаштаки. Крипа биндудия, дай мне капельку милости. Я ничтожный нищий, я хуже травы. It is reference. Манада. Я более ничтожен, чем. Аманина манадена. Манадена means шоколе шамман корите шокоти. Это означает мана дена, выражать всем почтение. И вайшнавы поют, дай мне эту способность уважать всех, почитать все живые существа, помоги мне это сделать. Дева нат гибми джота джота, as it is.
пожалуйста, дай мне то, о чем я прошу, о Господин. Jaka jato means Rupa Goswami Pad Upadeshamrita. Upadeshamrita Rupa Goswami Pad bolchen. Hare Krishna, Krishna, Krishna. Gaur, Gaur. Ha Gaur, Ha Krishna, Ha Radhe, Ha Shri Gurudev, Ha Vaishnav. Ha Vaishnav Thakura, Dayalu Sagara, Edashe Karuna Kari. Krishna Shabda, Krishna Naam Matra, only Krishna Naam Matra Shuna Jar Roshanai, Krishneti Yasya Viri, Tam Manasa Atriyeta. Об этом говорит Шрила Рупа Госвами в Упадешамрите, Кришнети Ясе Гиритам Манаса Дриета. Если кто-то произнес святое имя Кришны, о Ачарии, о Рупа Санатана, о Гуру Парампара, о Рада Кришна, Махапрабху, благословите меня, чтобы я научился почитать должным образом таких великих душ, кто повторяет святые имена. Jar jivai Krishna naam, taki mane mane shamman. Чтобы я оказывал им должное почтение, в особенности тем, у кого на устах святые имена. Against bhava, enemy bhava. Чтобы ни в коем случае я не враждовал с ними. Не было чувства противостояния с ними. Jadir jivai Krishna naam. У них на устах Кришна наам. Tara, first student here. Ekane Tara, Pravesh Kuregatya. Они, если рассматривать этот мир как учебное заведение, они стали лучшими студентами здесь. Они готовы идти дальше. Ivar. Next. Bachior. Devotees, symptom, Rupa Goswami Pad, telling same, Dikshasti Chet. И в этом же стихе Шрила Рупа Госвами он продолжает объяснять. И этот преданный, который повторяет святые имена, это преданный, который приступил к духовной практике, но есть более зрелые преданные. И о них он говорит Дикшашти Чет. Джоди уни Кришна мантре диккитахан, Гаур мантре, Радха мантре, тавле таке мантра болте ки эйкане мантра лупе Бхагаван бираз кочен. Пратхам Бхагаван амадер мадхе элен наам рупе. Яр Tang, Jivate, Bhagavan ki rupe, Naam rupe. Hare Krishna. Yeah. Вначале Бхагаван приходит к нам как святое имя. Он начинает проявляться у нас на устах. Мы слышим, сначала мы услышали его святое имя, зачем нас повторять? Naam rupe. И он проявляется у нас как Нама на устах. Бхагаван. In mind. Майндер ভিতরে কি রূপে বসে গেলেন মন্ত্র রূপে. А в уме как он у нас проявляется через мантры. Когда мы получили мантры, Бхагаван приходит в наш ум, поселяется там. Дикшасти чет, যারা দীক্ষিত ভক্ত তাদেরকে দেখলে প্রণাম করতে হবে, দণ্ডবত করতে হবে. Пранати пурвам. И Шрила Рупа Госвами говорит, те, кто получил дикшу, склонись перед ним, вырази ему такое почтение. Харинам гочен шамман. Кто-то повторяет харинам, ему почтение выражает. Дикшита ваттаке пранам. А тот, кто получил дикшу, перед ним уже нужно склониться. И бхаджани мэчио тивоти. Шусру шая бхаджана викгам.
А в следующей строке Шрила Рупа Госвами уже нам описывает преданного, который достиг вершины баджана. Шушушая баджана вигья. Two student now Harinam chant and mantra chant. Two type student here. Мы упомянули два вида практикующих преданных. And bhajana vigyam is master. Того, кто повторяет харинам, также того, кто повторяет мантры, и вот третий преданный, он уже сам наставник, он достиг вершины баджана. Bhajana vigyam means namamay, mantramay, granthamay. Баджана вигья шабшамай харинам кочен. Шабшамай ридая мантра ачен, грамтва ачен. Yeah, inside. Он не прерывает свой баджан. Он всегда погружен в воспевание святого имени, повторение мантр, поветование мантр. Это в его уме. Мантра и шастра стоим. Нава мантра шастры, они у него внутри, а святое имя на устах, непрерывно. Он осознал, что это такое. Are two type master, first master, tade seva. Seva means shushrusha. Seva means ki? Shushrusha. Shushrusha means servant. I am servant. Shushrusha. And patient. Patienter ki kara hocche? Nurse. Patienter shushrusha hocche. Doctor. Patienter shushrusha hocche. Mother. Baby. Child. Shushrusha hocche. Wife. Husband. Shushrusha hocche. Шушруша будет шива. Шушруша означает заботу и поддержку. Махарадж привел примеры. Привел примеры, как доктор заботится о пациенте, помогает ему, как мама заботится о своем ребенке, или как супруга заботится о своем муже. Вот это называется Сушуша, то есть служить, помогать, поддерживать, заботиться. Yeah, Шушуша's example, mother, nurse. Пример матери. Doctor. Доктор. Wife. Супруги. Servant. Как слуга помогает своему господину. Шушушая бхаджана вигьям. Севар дара ки хаве? Энерджи пава джаве. И это служение мы предлагаем кому? Баджана вигье. Тот, кто достиг совершенства в баджане. И что получаем от него? Милость, поддержку, его энергию. Your heart if bhajan I will stay your near and I your servant your harinam your think your knowledge slowly slowly my heart in здесь имеется в виду, что благодаря такому, общению, благодаря такому служению, от этого баджана вигьи, возвышенного преданного, к нам придет
Его святое имя, его медитация, его энергия, его качество, они начнут проявляться в нас. Это как будто заряжать батарею от источника энергии. Гурудев он баджана вигья, он знает баджану. Он наставник баджаны, он осознал баджану. Ача, кар каче Бхагавати ката сраван каттаве, Бхагаване ката кар каче сраван каттаве. От кого нужно слушать Бхагавата катху, Хари катху? Шраван, с кем совершать? Рупа Госвами Пад болчан. Ниндади шуннаридам, ипшита санга лабдха. И Шрила Рупа Госвами говорит, это тот, кто ниндади шунья, у кого нету в сердце и тени критики других. И плаш небен боллен Ананнадхи Уттамадхикари Эвам Нинда Химша Обиман Шуннаридайя. Это преданный и непревзойденный, это Уттама преданный, и он свободен от критики других, он свободен от тщеславия и гордыни, он не конфликтует ни с кем. Вот его надо слушать, слушать его катху, следовать его наставлениям. Ананьяди болте сарватра Бхагаван ке дэкчен. Что это означает, что он повсюду... Васудевам сарвам. Бхагаван, он в каждом человеке видит Бхагаван. Бхагаване крипа ке дэкчен марси. Он повсюду видит милость Бхагавана. Тумар это крипа. О, ты так милости. Туми амаке манушья дехо диечо. Ты мне дал это человеческое рождение. Туми амаке бхаджане самаста самакри диечо. Ты мне дал все для баджана. Туми амаке гьян диечо, садусангу диечо. Дал знание садусангу. Туми амаке анна, вастра, хатта, саб кичу диечо. Ты дал мне все необходимое, одежду, пищу, кровь. Кинту ами томаке кичу дите пачи на. Но чем же мне тебе воздать? I am always selfish. Я лишь эгоист. And hard-hearted person. Я жестокосердный. I am always thief. Я вор. I am always criminal. Я преступник. This thing always ami. Такое сознание у сады. Шарватра Сри Кришна, Шабай Сри Кришне. Он видит повсюду Кришну и говорит, все твое. Иван Гаут Саид Сри Кришне Крипа. Повсюду Сри Кришне Крипа. Ты мне постоянно даруешь милость, ты так помогаешь мне. Эй Брахмандо, эй Притиви, Кришна Крипаре Бхара. В этой вселенной, на этой земле ты столько своей милости вложил. Чаридике Сри Кришнери Крипа, Сри Кришнери Бхаловаша, Сри Кришнери Прити. Все, что меня окружает, это твоя милость, твоя забота. Кинту ами блайнд. Твоя любовь, но я слеп. Кичу декавати. Не вижу я. Кичу шунтавати. Не слышу я твоей милости, голос. I am baby. Я как маленький ребенок. Ничего не понимаю, нонсенс. Не понимаю, что происходит вокруг. Невежда. Не вижу, не понимаю. Акматро уни Сри Кришна ке шоб джайгай декчен, Кришна крипа декчен, first person, second person, third person, боле коно person най. И такой преданный. Коно бхед дришти най. Он повсюду осознает присутствие Бхагавана, чувствует повсюду Бхагавана и Васудевам сарвам. Поэтому он ни в коем случае не дискриминирует между людьми, что один хуже, другой лучше.
Он всех считает проявлением Бхагаваны. Сидда Бхакта, Мачива Бхакта. Такой преданный называется Сидда Бхакта, совершенным преданным. Мачива Тивоти Кей, Гуру Валахаве, Ачарджи Валахаве. И такой зрелый, преданный, может быть, гуру Валахаве. У него уже есть преданный. Он преемник, он уже богач. Он уже богач. У него все богатства есть и сокровища. Эвам джини каро нинда каренна. И он никого не осуждает. Кауки хинша каренна. Никому грубо, по отношению никому не действует. Каро дос дакенна. Не видит ничьих недостатков. Ниджер прошонша каренна. И себя никогда не прославляет. Не превозносит. Кауки чотоводо каренна. Никого не принижает. Кауки дукхо денна. Не причиняет никому страданий. Джар витуре котута нет. У него нет двуличия внутри. Которота нет. У него нет жестокосердия. Друг рукхота нет. Нету, как сказать? Агнес. Жестокосердия нет. Softness, sweetness in heart. Сердце его мягкое и сладостное. Butter. Как цветок. Как масло. Butter? А, как масло. Like just rose, flower, lotus. Как цветок лотос. Just baby, baby's life. Он простой, как ребенок. Ондоре коно камуна башуна най. У него нету корысти, нету эгоистических желаний. Тар каче харикатха сравон корбе. Вот от него слушайте харикатху. Тини гоурлила бурмен. Он вам расскажет о гоурлиле. Кришна лила бурмен. О Кришна лиле. Радарани лила катха бурмен. О Радарани лила катхе расскажет. Иван Рупа Госвами Бхакти Расамрита Синдхуте говорят, тини саджатия хавен. И также Шрила Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Синдху говорит, что нужно стать с ним саджатия. Саджатия means саман джати. Апния гаур бхакта, уния гаур бхакта. Это означает быть в едином настроении, на одном пути. Он Гаура Бхакта, и ты Гаура Бхакта. Апни Гаурия Вайшнав, уния Гаурия Вайшнав. Ты Гаурия Вайшнав, он Гаурия Вайшнав. Апния Кришна Бхакта, уния Кришна Бхакта. Он Кришна Бхакта, ты Кришна Бхакта. Апния Радарани Бхакта, уния Радарани Бхакта. Ты Радарани Бхакта, он Радарани Бхакта. Нам шамкиртан йор дьяр, как одного крыла. Бхаджан, дитис шева, йор дьяр бхаджан, атаро прио бхаджан. Сем нечар, сем ачарон, сем таргет, коммон таргет, эй шаджатио, ашой, ридой, мон, сем майнд. Также принципы баджана у вас такие же, как он совершает баджан, так же и ты совершаешь баджан. You biology student, she biology student, you biology professor, he arts commerce professor student. Как same subject. Саджати означает, что один и тот же предмет изучаете, не так, что один биологию, другой маркетинг там и так далее, и так далее. А вы как вот в одной теме, на одной волне, саджатия означает. Саджатия, саманджатия. Саманджатия, одного крыла вы, одного полета. All mangoes is саджатия. All jackfruit is саджатия.
как плоды манго, у них mango and jackfruit is bijatiya. Они одного вида, и хлебное дерево одного вида. Но если это два плода, то они разные, у них не будет этой саджатии. You Radha Kinkari, she Radha Kinkari, he Radha Kinkari, you Gaur Das, he Gaur Das, she Gaur Das, I Gaur Das. Same. It is Sajati. Sajati, пример, то, что я Gaur Das, ты Gaur Das, он Gaur Das, и они Gaur Das. Вот это означает Sajati. Я кинкари, он кинкари, они кинкари. Ивар нечар волчим снигдхо колвата. И еще снигдхо. Ашрая снигдха, то, что он заботлив к нам, и снигдха, он помогает нам, милосерден. Not snake. Он не будет жалить, как змея. Not hot, yeah. Потому что сердце его мягкое. Always peace, там full store. Он удовлетворен, он счастлив, у него нет жесткости. Yeah, yeah. В уме, в сердце. Body, mind, talk, on full store. Что он, Eyes box. Что он в его деяниях, в его словах, в его мыслях прохлада, умиротворение. Снигдха. Шитал. Снигдха. Ивам шато варо. Ниджер теге срешто. То есть он не разжигает каких-то не создает беспокойства, наоборот, все утихомиривает. Далее. Амар левелер теге уни учу левеле аче. Он шрешт. I'm staying first floor. He's staying second floor, third floor. Он шрешт, он выше. Я внизу нахожусь, а он намного выше меня. I am student. Я практикующий. Now I work school. Primary school. Пока только в начальной школе. He came his high school, college, university. А он уже прошел. Research department. Колледж, университет, он уже в научной лаборатории. Он уже закончил. Progress. Highest. На вершине уже. Что-то убор. Нижетеге срэш. Up. Нижетеге down and up. Он... Мы находимся на более начальных ступенях. Джар шонгу карахаве. Высоко. Джар муке хорикатха сравон карахаве. Тини жади дауне таке. А если тот, кого мы будем слушать харикатху, от него и наставление, находится на низшей ступени, чем... Тогда амаке тини дауне не жаве. Он нас стянет вниз. Мы сползем вместе с ним. আর যদি উপরে থাকে আমাকে টেনে উপরে নিয়ে চলে যাবে если он выше нас то он нас потянет наверх за собой এমন ভক্তগণের সঙ্গে এমন ভক্তের মুখে নিরন্তর শ্রী ভাগবত আদি ভক্তি গ্রন্থের প্রতিটা ওয়ার্ড প্রতিটা সেন্টেন্স হ্যাঁ প্রতিটা বিষয় সাবজেক্ট প্রতি চ্যাপ্টার আস্বাদন করতে হবে আস্বাদন বলা হচ্ছে রিড বলা হচ্ছে না টেস্ট প্রত্যেকটা অক্ষরে প্রত্যেকটা শব্দে обществе такого преданного нам находиться и слушать от него харикатху, изучать эти грандхи, но не то, что читать их, а асвадана означает наслаждаться каждым словом, каждым слогом, каждым предложением, благодаря общению с таким преданным.
আস্বাদ রসিক ঈশ রসিক ভক্তের সঙ্গে যারা টেস্ট নিচ্ছেন তাদেরকে রসিক ভক্ত বলা হয়। হরে কৃষ্ণ টেস্ট। И этот асвад, наслаждение каждым словом, возможно, в чьем обществе? С тем, кто является расика, кто уже вкушает нектар от святого имени и так далее. Our target is taste. Наша цель – это вкус. Happiness. Счастье. Benefit. Благо. Ананда, парамананда. Ананда, высшая парамананда. Бхаджанананда. Баджанананда парипакка хе, премананда хе жатчи. Когда баджанананда достигнет зрелости, она станет премананда. Акто жагате ки аче, инзой, вишой бхогер ананда. В материальном мире есть вишой ананда, наслаждение материальное. Аптар брахмананда. Выше этого брахмананда, безличное наслаждение. Сол. Inside যে আনন্দ আছে, soul, super soul-এর অনুভবে যে আনন্দ, তাকে ব্রহ্মানন্দ বলা হচ্ছে। Брахмананда – это когда атма чувствует ананду, которая разливается как сияние от параматмы. আর শ্রীকৃষ্ণ ভজনে নাম রূপ গুণ লীলায় যে আনন্দ আছে, таке бхожананда валаути. Когда преданный испытывает вкус в своей практике от шравана, киртаны, от святого имени, рупы, гуны, лилы, это называется бхожананда. Где чанте же ананда анубхавати. Повторяйте святые имена и испытывает вкус. Это бхожананда. Называется бхожананда. Сраване, киртане. Шравани. যে আনন্দ হচ্ছে, দিদির সেবা করে যে আনন্দ হচ্ছে, ভক্তগণকে দর্শন করে যে আনন্দ হচ্ছে, এটা ভজন আনন্দ। От служения Тхакурам, от даршана Тхакуров и Дхамы, это называется бхаджанананда. Not bodied in the material anxieties. Это не связано с наслаждением. It is very minute. Материальное наслаждение ничтожно. They are not bodied. Но наслаждение. Наслаждение баджана – это духовное наслаждение. Кона body relation нет. Это наслаждение уже не связано с телом. Кона blood connection нет. Наоборот, в забвении. Кона body нет. Теле. Man no man, кона feeling нет. Нет никакого осознания, мужчин ты или женщина. Young, old. Молод или пожилой. Кичуна. Не имеет значения. Кичуна нет. Это никак не связано. А мы Россия яти, Индия яти, были и филинго най. В России это или в Индии это ощущение. Я в России, в Индии, были и филинго най. Не будет никакой этой материального отрицания. Only light. Только лишь. Only man. Happiness. Счастье в уме будет такое огромное. Only gain. Духовное знание. Knowledge. Vigyan is experience. Vigyana. And taste. Vigyana, то есть непосредственное ощущение. They are all destroyed. И вкус духовный. И к чему это приводит? Что все материальное, наша связь вся будет разрушена. Kuno relationship не. У нас не останется никакой связи с этим миром. Ничего не. Для нас здесь ничего не будет. Only one. Бхагаван. У нас будет только Бхагаван. Бхакто. Его бхакти. And бхакти. Two parts. И бхакти. Inside is Бхагаван Шри Кришна. Бхагаван Шри Кришна внутри. One side бхакто. С одной стороны бхакти. One side бхакти мая. А с другой стороны бхакти. Well, first бхакто. After бхакти. Сначала мы. And Шри Кришна. Подойдем к бхакти, потом, точнее к бхактам, затем к бхакти и к Шри Кришне, к Радхарам. One Sharal Rekha, one. Как если есть линия. It is bhakti, it is Shri Krishna. Прямая линия, она соединяет три точки.
И первая точка – это бхакти, затем бхакти, потом Шиши Рада Кришна. Это не было гординой. И у преданного уже ничего не осталось в этом мире. Он забудет о своем теле, о своем мужчине или женщина, not нет. Baby, child. Взрослый или ребенок, male, female. Уже не будет этого знания. Пожилой или юный, день или ночь, summer, winter, the kitchen. Лето или зима, все only это one sense. Позабыто. Будет только одно ощущение. Only one sense. Восприятие. Кришна. Кришна. Кришна Бхакта. Кришна Бхакта. И Бхакти. Гаур. Гаур Бхакта. Гаур Бхакта. Шри Радхарани. 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 Бхакти Радхарани и ее Бхакта. Сознание. Монта. Экта джайгай гетхе гаче. Стхир хое гаче. Ум, он сосредоточится уже, привяжется к этой одной цели и будет постоянен, не будет блуждать. Банде Гурун Бандихам Шри Гура Шри Юдапада Камалам. First small sentence after Шри Гурун Банде. Вайшнаван Банде. Дикха Гуру, Шикха Гуру and Вайшнава. И, значит, возвращаясь к стиху, с которого мы начали, Катху Вандегам, Шри Гуру, Шри Юдапада Камала, мы выражаем наше почтение, мы предаемся стопам Дикша Гуру, Шикша Гуру, в основном стопам Вайшнава. After all Ачар. Зачем всем Вайшнавам? Ачарья вандана. Ачарья упашана. Поклонение Ачарьи. Шри Рупам. Таким как Шри Рупа. Рупа Госвами Пад. Рупа Госвами Пад. Шагра Затам. Шанатан Госвами Пад. Его старшему брату Санатан Госвами Пад. Шахагана Рагхунатхан Митам. Рагхунатх Дас Госвами Пад, Рагхунатх Бхатта Госвами Пад. All cabinet, Palla means cabinet, Sadasya. Это как? Шампрадай Ачарья. Все, всему министерству, то есть всему окружению. All minister. Шри Рада Кришны, всем Госвами их, Ачарья. Three step. One Gurudev, after Shikha Guru, after all Vaishnavas, all devotees, all bhaktas, after all Acharyas, Sampradaya Acharyas, Mula Acharya, Adi Acharya. И в этой молитве выражается почти. Gurudev is my Acharya, present Acharya, but all Sampradaya's Acharya is eight Vaishnavas. Сначала в этой молитве выражается почтение Шри Дикша Гуру, затем Шикша Гуру, всем Вайшнавам, и затем основным Ачарьям, Ачарьям восьми Госвами, в особенности нашей Сампрадаи, но и также Ачарьям других Сампрадаи. Нитта-сидда Паршват. И вечным спутником. Шри Рупам Шагра Затам. Шахагана Рагхунатхан Нитам Танс Шадживам Джива Госвами Пад. Шри Рупе Санатани Госвами Рагхунатхи Госвами Пад. Our Sampradaya is writer. Ачарья, которые Махапрабху's Паша. Написали столько книг, спутники Махапрабху's hand. Махапрабху writing, but hand is six Госвами. Это наставление Махапрабху. Seven Goswami is Lokanand Goswami, eight Goswami is Krishnadas Goswami.
Также Лакананда за с вами Кришнадаская Раджа. Нана шастра вичаранай канипунаму шаддхарма шанстапаку локанам хитакаринау трибуване маннау сараньякару. Радха Кришна гунас смритер мадхурима намдина шаммохитау банде рупа санатанау рагаджугау шри джива гопалаку. Ачарджа-вандана. Наши Госвами, Махапрабху, на самом деле... Рашнамот киртана гану нартана пару премам ритвейко нити дхира дхира жана прия прия пару нирмат сару пуджито локанам хитакарино тривуване маннау шараньякару бандхи рупа санатанау рагхужугау Sri Jiva Gopalakau. Ministers. Это министры Махапрабху. Махапрабху, он сам является автором всех грант. Eight Radharani's Dashi. Но записаны эти грантхи руками Госвами. Эти восемь Госвами. Главный ачарьи наш сампрадая. After Иштадев, Шаддвайтам, Аддвайта Прабху. Затем уже Шавадхутам, Нитананда Прабху. Париджана, Гададхар Сриваш, Ади, Аганита Гаурбхакта, Париджана Шахитам, Кришна Чайтанья Девам. Шриман Махапрабху. Шамарпика Крия here is Банде. Навадвип Дхам, Навадвип Лила. Нилачал Дхам, Джаганнат Пури Дхам. Джаганнат Пури Дхаме Махапрабху Лила. Чайтанна Чайтамрита, Чайтанна Бхагават. Гаур Лила, Гаур Дхам. И главное настроение этой молитвы это ванде. Гаурваджан. Это поклонение. Поклонение и. Гауранга валита випулакашхари. Хари хари, харе кришна валите, наяне баве ни. Ар каве нитайчад каруна гариве, шамшар башана мор каве тучча хаве. Вишай чхария каве, шутта хаве ман. Кави хамо хирабо Шри Вриндава. И эта молитва, этот поклон в Гаура-лиле. Гаура-лиле, которая проходила в Надии, которая началась в Надии, и затем она продолжилась в Нилачале. И выражаем почтение мы Махапрабху, Шинитянанде Прабху, Адвайте Прабху, Гададхари и Шивасу, в этой молитве. И Парижана Шахитам Шри Кришна Чайтанья Девам. After Вриндаван Лила. А после Гаура-лилы, после Гаура-лилы Вриндаван Лила начинается, Рады Мадхава. Сахагана Шри Лалита. Шри Кришна Чайтанья Девам. After Пандеям Шри Гура Шри Юдапада Камалам Шри Гуран Вешнава Амишча Шри Рубам Шакразатам Сахагана Рагунатам Витам Там Садживам Садвайтам Савадхутам Парижана Шахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падам. Шри Радха Кришна Падан. Склоняюсь к лотосным стопам Шри Радхи Кришны. Две стопы Шри Радхи, две стопы Шри Кришны. Two golden lotus feet. Two blue lotus feet. Два золотых лотоса, два reddish lotus. Голубых лотоса. Ахам Бандей.
подошвы стоп алые. Кали гира дамадо, уленна ал шоки, ал манджари, ал сай, ал ес. Только Раде Кришне? Нет-нет. Всем их подругам, Шри Лалите, Вишакхи и так далее, всем сакхи, всем служанкам. Читра Чампакалата Ранга Деви Тундавита Судеви. And Sri Rupa Manjari, Sri Rati Manjari, Rasha Manjari, Vilasha Manjari, Lavanga Manjari, Kasturi Manjari, eight Manjari, and eight Shakhi, and all Shakhis, all Manjari, all side of this. Почтение выражаем сначала восьми, после Рады Кришны, восьми основным сакхи, всем сакхи, восьми основным кинкари и остальным кинкари. Шри Лалита, Шри Вишакха Нитаңшча, Пульстар. Банде, 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 репетиция. И заканчивается Вишакха Нитаңшча, и повсюду банде, банде, поклоны, поклоны, поклоны. Я. It is our Шамбандха Татва. Такова наша самбанда татва, или таковы наши взаимоотношения. Эвам нитта арадхья татва, нитта ванданья татва, нитта чинтанья, нитта севанья. Таково наше вечное служение, вечное памятование по отношению к ним, вечные поклоны. Outside our temple, and she mentioned this, 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 and inside this, this, this. Внешне в нашей практике они на алтаре у нас, вы можете видеть, а внутренние они в нашем сердце. Гуру лила, Вайшнав лила, Гаур лила, Кришна лила. Последовательность такая: Гуру лила, Вайшнав лила, Гаура лила, Кришна лила. Шри Гуру нам, Вайшнав бандана, Бриндавана Вайшиджата Вайшнав вирагам, Прасамай бандана гори, Шавару чара, Шри Гуру чара на падма, Кевала Бхагати шадма. After Шри Кришна Чайтанна Прабху Дая Кару Море Тама Винаке Даялу Джагата Шамшаре Джагата Маджаре Падида Бхаване Тута Бхавата Стре Стре Нитай Пада Камалу Гауранге Пути Пада After Шишир Адхамада Радха Кришна Пран Мор Джугала Кишо Дживане Мороне Гати В молитве есть определенная последовательность. И начинают вайшнава петь с вайшнава ванданы. Затем они прославляют Гуру Деву. Шри Кришна Чайтанна, his name is Шаннаш name. Шри Кришна Чайтанна, нам Махапрабху Шаннаш Лиланна. После... Шри Гауранга, Гауранга Махапрабху Навадвип Лиланна. И после того, как прославили Гурудева, прославили Шри Нитянанду, затем Шри Гаурангу, и после них уже Шри Шрирада Мадхаву. В киртанах прославляют и Шри Читанья Гауранга Махапрабху. И Шри Читанья Махапрабху, и Шри Шичитанья Махапрабху, это когда он уже принял саньяс, отправился в Нилачал. А Шри Кришна Чайтанна Махапрабху из Шамнашару, Дритагатидо Ракамандалу Даннам, Дивья Калевар Мундитамандам. А Гауранга, он в Нади, Навадвипе, он Гауранга. Шри Гауранга Нитананда, Шри Адвайта Чандра, Гадавара Сривана Шати
Гаурангаврина, Шри Гауранга Нитянда, Шри Адвайта Чандра, Гаурангаврина, Шри Гауранга Yeah.
Thank you.
कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत श्री राधा रानी की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। करुणा सिंधु निताई चाप की जय। गौर अनगुणी प्रभु सीतानाथ की जय। गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। अष्ट गोस्वामी की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। सुरधनी गंगा की जय। धामेश्वर महाप्रभु की जय। शची जगन्नाथ मिश्र की जय। लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया देवी की जय। श्री गौरमंडल की जय। गौरमंडल वासी की जय। श्री नीलाचल धाम की जय। श्री जगन्नाथ देव की जय। बलभद्र देव की जय। सुभद्रा देवी की जय। श्री गंभीरानाथ की जय। महोदधि की जय। महाप्रसाद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। यमुना महारानी की जय। श्री केशीघाट वंशीवट की जय। महाराजस्थली की जय। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री राधा मदन मोहन देव की जय। श्री राधा गोपीनाथ।